Итак, ребятки, пришел очередной заказ. Выписала себе новый каталог. Здесь новиночки у нас в этом каталоге. Он у нас обновляется не так часто. Допустим, одного каталога мне хватило первого на год. Здесь вот новиночки у нас, немножко он другой, поэтому я его выписала. Ну и вот, собственно говоря, вот все, что пришло. Сейчас я буду об этом вам рассказывать более подробно. Так, набор Fob Wellness. Он состоит вот из банки Мегавитамин и из банки Северной Омеги. Это самый, на мой взгляд, это самый классный витаминный комплекс в нашей компании. Он полностью, все витамины, все минералы и плюс Северная Омега. То есть вот этот комплекс, вот этот набор 4 Wellness, он идет на месяц. Вот у меня в этой посылке, у меня 2, еще идет посылка, и там 7 наборов. Я не знаю, ту посылку я донесу до дома или нет, но вот именно эту я сегодня буду уже отдавать. Уже все. Один человек уже отписался, второго жду, когда ответит. Барага и амарант. Я прохожу противоаллергическую программу. Аллергия у меня, она не сильно меня донимает, но она у меня запущенная. Вот. И поэтому я хочу, мне нужно ее пройти, ну, достаточно длительное время. Вот последний месяц, наверное, апрель, я буду вот это вот допивать. Вот это. Я отдельно запишу видео про нее, про эту программу. Барага и амарант входит вот в эту программу от аллергии. Чай, комфортное пищеварение тоже входит в эту программу. Классный очень чай, причем у меня муж его запросил. Я взяла его себе, а он попросил у меня еще одну пачку. То есть мы сейчас ту пачку допиваем, первую, вдвоем. И вот сейчас я вот эту вот пачечку купила, и мы ее тоже будем вдвоем пить. Он говорит, что этот чай, вот он вот так вот упакован, и там 30 пакетиков, 30 саше. Вот, он сказал, что ему помогает этот чай от изжоги. То есть иногда у него бывает изжога, чай помогает. Состав. Смотрите. Курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, лист подорожника, трава володушки. Вот состав вот этого чая. Чай классный. Он, во-первых, вкусный очень. И он не, обладает небольшим мочегонным эффектом. И вот муж мой заценил. Взяла попробовать мужа вот такой вот бальзамчик у Ян Номо. Этот бальзам, он у нас идет для тела с хондроитином, органической серой, камфорой и комплексом растительных экстрактов. Это ему, так как у меня муж принимает на постоянной основе программу суставную. И вот мы уже живокосты мы испробовали классные. Потом мы испробовали уже корень, то есть у нас и то. И мы еще взяли вот такой бальзам попробовать. Сказали, что нам порекомендовали, что вот этот бальзам, он именно такой прям более сильный эффект дает и более быстро. Особенно помогает хорошо при вот, когда вот именно болит и именно тянет, именно ноет там, допустим, сустав, нога, спина, рука, неважно. То вот он помогает прямо вот, ну, буквально в течение нескольких часов. Он у нас запакован, вот так, смотрите. То есть, все запаковано, все идет, не открывалось. Мы будем первые, кто его откроет. Конечно же, новамин, тем более он у нас был по скидки. Как мне его не взять? В каждый заказ я беру банку новамина. Муж мой пьет для профилактики. Я его пью как, ну, тоже для профилактики. То есть каждый день новамин у нас, он у нас присутствует в нашем рационе. Про новамин тоже расскажу более подробно. Скину вам отзывы про него. И отзывы вообще обалденные. Вообще новамин — это наш легендарный препарат, наш БАД с 30-летним стажем. Новамин назван потому, что создавали его совместно ученые Минска и Новосибирска. Новамин, Новосибирска и Минска. Вот. Изначально он создавался как лекарство от рака. И сейчас наши медики компании «Сибирское здоровье» рекомендуют его при онкологических заболеваниях, химиотерапии, радиотерапии, рентгенологам, кто постоянно получает излучение. Взяла себе попробовать вот такую зубную пасту, тем более, что она тоже идет со скидкой. Сибирская облепиха. 98,5% ингредиентов натурального происхождения. Здесь идет ежедневный уход. Зубная паста с облепихой. Здесь идет экстракт и масло облепихи. Экстракт календулы. Экстракт душицы. В общем, я взяла попробовать. Такую пасту еще не брала. Ну, я думаю, что я ее заценю, потому что 3 пасты мы уже испробовали. Так вот она выглядит, вот эта пасточка. Сейчас мы ее... А, вот она, смотрите, тоже все запаковано золотиночкой. То есть все. Это интересно. Так, смотрите, как у нее нет резьбы, а такие просто вот... Видите, как интересно.
Вот, то есть буду рассказывать тоже об этом более подробно. Про состав все расскажу, все опишу, все поделюсь с вами. Так, ребятки, тоже взяла первый раз себе пилинг для лица энзимный с экстрактом граната. Вот я уже тут отковыряла здесь штучку, потому что иначе я ее очень долго отковыривала, чтобы открыть. И то, по-моему, не до конца. Чтобы открыть и вам показать, что это такое. Как он выглядит, еще не открывала. Все впервые начала изучать я косметику, уходовые средства компании «Сибирское здоровье». Вот, смотрите, вот так он выглядит. Он такой гелевый. Ага, здесь вот, смотрите, вот так. Крышечку снимаешь. И здесь он идет. Снимается с него такая. О, вот он, вот он. Он гелевый. Ой, классный. Так интересно. Вот видите, какой он прозрачный. Пилинг, в моем понимании, он должен быть такой, как немножко скрабирующий же. Ой, знаете, очень нежненький. Очень нежненький. Буду я вам с вами делиться, как это все будет работать. Буду более подробно рассказывать. Первый раз я его взяла. Вот, расскажу о нем более подробно. Чуть позже. Итак, крем. Крем для лица с омега-кислотами. Значит, 75 миллилитров. Вот такой вот тюбик. Запакован, закрыт. Буду открывать тоже, расскажу более подробно. То есть у меня как раз закончился крем для лица, и я начинаю пользоваться продукцией компании «Сибирское здоровье». Так. Масочка для лица матирующая. Так, с зеленой глиной и оксидом цинка. Здесь получается 50 миллилитров тюбик. Вот такой вот тюбик, 50 миллилитров. И вот этот тюбик запакован. Сейчас я вам покажу, как его открыть. Вот он открывает. А, вот так. Вот так, видите, здесь вот пленочка идет такая. Сейчас я попробую при вас его открыть. Ага. То есть вот. Целлофаночка. И только потом мы его можем открыть. Зеленая глина. Так. Вот такой вот он. Вот такой вот. То есть маски для лица. Я их вообще обожаю. У меня их очень много. И тканевых. И вот таких. Закончились. Теперь начинаю изучать также продукцию компании «Сибирское здоровье». Маска для лица. Обновляющая с витаминами Е и F. Так, вот она тоже 50 миллилитров. 50 миллилитров. Получается вот такой вот тюбик. Запакован, смотрите, в целлофаночку. Здесь вот такие вот стрелочки идут. То есть никто не открывал. Мне что нравится, когда ты берешь в собственном интернет-магазине. То есть никто это не открывал, никто это не смотрел, никто это не нюхал. Вот. Я первая. Масочка вот такая, смотрите, она бежевая. Такая интересная. Буду когда наносить, буду все рассказывать. Буду все рассказывать, все показывать. Буду более подробно расскажу в следующем видео. Итак, я пытаюсь здесь все составить, чтобы сфотографировать, сделать фотографию моего заказа. Но он у меня не получается, у меня не входит ничего сюда. Вот здесь вот барага я положила. Здесь у меня вот еще зубная паста не вошла. Здесь у меня еще крем не вошел. Ну, в общем, как-то так. Вот, вот это вот мой заказик за март. А, вот еще бальзам не вошел, ребят. У меня еще бальзам не вошел.